О, какая коробочка ко мне пришла. Давайте вскроем, посмотрим, что там. Ой, что-то мешается. Так, что там? Ой, экстракторы. Я их еще не сжег, оказывается. Надо их хотя бы выбросить. Коробочка, что здесь? О, посылочка откуда? Посылочка из Москвы. Если верить надписи 14 килограмм, что-то здесь нехорошо уже. Так, написано диски NK. Ну, все нормально. Давайте-ка вскроем ее. Посмотрим, что у дисков NK внутри. Специально ножичек купим. Смотрим. Хорошая коробочка так. Плотненькая, большая. Производитель не поскупился. Так. Ух ты. Неожиданно здесь еще такая прокладочка. А вот и сам диск. Аккуратно укрыт шапочкой. Потом пойдет после бани ходить. О, здесь пластик, предохраняющий обод от сколов. Уже хорошо. Богато, богато. Здесь еще какой-то пеноплекс, что ли. И вот он сам диск. Ух ты, так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Так. Диск NK. Ну, вроде сделано неплохо. Так, самая главная интрига это в производителе. Чей же это производитель? Так, паспорт. Отличненько. О, вроде по-японски. Написано, что Япония. Но может быть бумажка из Японии. Самое интересное, что сам продавец не сказал, откуда будут диски. Деньги-то он взял, а сказать, откуда диски придут, не смог. Сказал, что либо Китай, либо Малайзия, либо Япония, но маловероятно. Хотя деньги взял как за нормальные, японские. Так, смотрим, что еще здесь есть. В коробочке у нас какая-то коробочка. А в этой коробочке... Интересно, что здесь внутри, что здесь. Здесь у нас какая-то... О, пакетик. Что у нас в пакетике? Пакетики, еще один пакетик. Так, о, центральная заглушечка. Еще и в защитном слое. Вся степень защиты максимальная, по-моему, IP67 называется. Так, симпатичненько, симпатичненько. Но пока вопрос, чей диск еще остается. Еще какая-то штучка валяется. Непонятная. О, наверное, свеча зажигания, чтобы машина с этими дисками ехала быстрее. А нет, здесь составной ниппель, или как сосок его некультурно называют. Очень прикольная штучка, смотрится достаточно круто. То есть с диском еще, если бы шли гайки, вообще было бы шикарно. Но гаек нет, хотя отверстия под болты достаточно узкие. Видимо, придется докупать еще дополнительные гайки. Так, ну сосок вообще неплохо смотрится. О, русский стандарт качества. АИ-71. Что это значит, знать бы еще. О, боже мой, какая-то надпись на диске. Что здесь у нас? Вот это да, взяли-то они за нормальный NK. А здесь надпись Made in Китая. Потеря потерь. Ну ладно. Хотя сам NK говорит, что все заводы его одинаковые. И завод в Малайзии не отличается ничем от завода в Японии. И ничем не отличается от завода в Китае. Посмотрим, что здесь у нас. Внутри вроде как-то интересно. Смотрите. Вот здесь вот, если присмотреться, выбиты какие-то выштамповки на диске. Там циферки 12, F6. Не знаю, что они значат. Ну, здесь, само собой, все описание диска. Мы здесь видим вылет.
Ой, размер 8 на 18. Вот здесь вот производитель NK. Дальше смотрим. Какой-то JDOT. И где-то здесь должна быть нагрузка. Нагрузка, смотрим. А всего-то 700 килограмм эти диски держат. Да, тоже не фонтан. А давайте взвесим. По весу у нас производитель обещал 9,9. У нас 9,6. Хотя эти напольные весы показывают все, что угодно, но только не вес. Ладно, проверим на оригинальных дисках. Оригинальный диск, который был с Hyundai, весит 11,4. Ну, если не думать, что все это правда, а просто относительно единицы брать, то, в принципе, неплохо. Почти 2 килограмма сбрасываем. Но самое главное, давайте посмотрим, как он крутится, этот диск. Ведь у нас есть все, что для этого необходимо. О, вполне неплохо. Я бы даже сказал, это очень круто. Давайте посмотрим, еще у меня один валяется диск. Может, на нем будет похуже. Вот оно. Действие наклейки Made in China, походу. Вот она. Наклеечка. А вот дисбаланс в 30. Что, в принципе, неплохо для таких больших колес, но от такого бренда, как NK, хотелось видеть, конечно, что-то около нуля. Ну, максимум там 10-15, но никак не 30. Вот так даже брендовые колеса NK, но сделанные в Китае, не такие уж и суперские, как мечталось о них. Кстати, если сильно присмотреться, то и покраска здесь тоже не идеальная. Ну, не очень плохая, но где-то на четверочку. От такой цены, от такого бренда хотелось бы идеала. Ну, в общем, на этом все. Пока.